Бобруйск – это, пожалуй, единственный город, к которому я испытываю столько добрых и нежных чувств. С ним связано практически все мое детство. Здесь я завела своих первых друзей, с которыми мы частенько любим прогуливаться по вечернему городу, просто наслаждаясь его атмосферой. Тут очень много различных мест для развлечения современной молодежи. В Бобруйске живут самые добрые, отзывчивые и хорошие люди.